Ну, ладно, суть в том, что кнопка не перегревается даже при таких температурах и продолжает сохранять свою работоспособность. Я думаю, вы слышите эти щелчки. Кстати, вот есть еще шлейф, можно его попробовать, но я думаю, это слишком маленькие. Да, нужно жало и еще меньше, чем есть. Ну, тут какой-то, кстати, есть какая-то сопля китайской девственницы. Сейчас я попробую ее ликвидировать. Оп, и ничего нет. Так, что-то я еще хотел сделать своим мощным Вася демонтажным паяльником. Ну вот, тут есть запаянные разъемы. Как видите, с платами, прошу прощения, с платами собственного производства справляется вообще без труда, без напряга, не разрушая пластик. Вот. Я даже уже не знаю, что я хотел снять, столько, сука, всего много, хочется сделать, но... А, последний тест, это тест... Давайте попробуем. Ну вот есть площадка. Сейчас мы ее попробуем зачистить вот этой вот лентой для выпайки. Ну, с настройками, конечно, станции я еще повожусь. Тут их просто масса. Масса настроек, таких как время спячки, температура спячки, можно установить пароль. Так, лента говно, я вам скажу, она просто старая, она уже, скорее всего, окислилась, поэтому я сейчас попробую нанести немножко флюса и посмотрим, что у нас из этого получится. Так, ну вот, давайте попробуем. Ну да, процесс, конечно, пошел, но все-таки это маловастое жало для таких работ, я вам скажу. Да и вообще, нахуй это надо, когда берем этот отличный паяльник и просто мы делаем вот так. Вы видели это? Вы видели просто... Идеально ровная площадка. Берем, возюкаем, полируем. Площадка, сука, становится четкой. Самой, Вася, четкой площадкой. Также у меня возникали часто проблемы с маленьким шагом на самодельных платах спайки. Теперь удалять их вообще нет никаких проблем. Чик-чик-чик-чик-чик. И, как вы видите, плата стала идеальной. Ну, даже возьмем вот эти контакты. Чик-чик-чик-чик. Чик. Что-то в расфокусе все, подальше немножко. Ну, вот видите, все просто прекрасно. Ну, все, всем спасибо за просмотр. Жду каких-то комментариев, пожеланий, предложений. Не знаю, что там еще. Всем спасибо. На этом наш краткий обзор инструмента закончен. До свидос.